и не было, самое главное, понимания народа, да, и поддержки народа в этом процессе. Неправильная была изначально реакция при всем том, что Путин выразил, так сказать, благодарность, так сказать, нашей силовой компоненте, Росгвардии, другим силовым органам. Но при этом все-таки не было вот такого как бы единения тотального против мятежников и преступников. Это мы тоже должны понимать. Тотального единения не было. Одни вот эти странные, значит, публичные разговоры в штабе Южного военного округа, о чем говорят. То есть офицеры вместо того, чтобы то, что называется, отстреливаться и защищать военный объект, они как бы беседуют. Это уже неправильный настрой, понимаете? Неправильный настрой системы. Так что общество не готово еще к победе национально-освободительных сил. Следовательно, продолжится то испытание, которое мы называем специальной военной операцией. Она идет 1,5 года, она сильно напрягло людей, но еще не привело их к правильным выводам и решениям.